Ромки. Паша. Всем доброго вечера. У нас сегодня среда. Какое число, Паш? Ты должен знать. 26. 26 августа. Да. И мы уже сколько? На протяжении недели, наверное, да? Ну, уже больше, наверное. Наверное, уже больше. Стараемся делать 10 тысяч шагов. Либо катаемся на велосипеде несколько миль. Ну, сегодня у нас велосипедный день. Потому что на улице жарковато, и на велосипеде будет немножко ветерком. Хорошо, да? Да. Хорошо. Кто с нами? Подключайтесь. Будем делать 10 тысяч шагов, как минимум, в день стараться. Единственное, мы в субботу пропустили. Ой, воскресенье, когда мы у Фрэнка были. Когда мы едем к Фрэнку, мы пропускаем. Но это можно восполнять в течение обеденного перерыва, в принципе. Либо утром. Либо утром ходить, да. Да, но днем вообще невозможно, потому что жарко. Очень жарко, да. Это просто нереально. Вот сейчас время сколько? 7:30 вечера. Ой, 5:58. Что-то мне как-то часы странно показывают. Нет, не 5:58. 7:55, а что? А, это мне показывает, во сколько это закат будет. А я смотрю, стрелка показывает. Зачем часы человеку? Ну посмотри, стрелка показывает. Вот смотрите, стрелка показывает 7:30, а здесь написано 7:55 наверху. Я перепутала. Поехали. Ребята, привет! Всем привет! Сегодня у нас четверг, 27 августа. И мы, как видите, по нашим шляпам собрались на пляж отдыхать. Последний раз, даже стыдно признаться, мы были на пляже. Когда? Да вообще. В ноябре 2019 года, представляете? Мы просто настолько, я не знаю, то ли у нас слишком много переделок, то ли мы просто разленились ездить на пляж, я не знаю. Да? Вообще. Мы решили ехать в четверг, потому что надеемся, что будет меньше народу, так как на выходные на пляже всегда куча народу. Это, как вы знаете, до сих пор еще карантин, не хочется, чтобы было куча народу. Ну, в общем, не знаю, сейчас посмотрим, может быть, так же будет, как и выходные. Но я не думаю, конечно, будет меньше. И мы едем на Сиеста Кей Бич. Сиеста Кей Бич является одним из лучших пляжей США. Он не первый раз и не один раз завоевывал первое место, представляете? Потому что там очень классный белоснежный песок. Ну все увидите, мы, конечно, не раз уже там снимали, но я думаю, что у нас, так как у нас много новых подписчиков, и вы не все смотрели старые наши видео. А те, кто не смотрел, обязательно смотрите, смотрим. Да. Там совсем мало просмотров, но, в общем... Ну там интересно довольно-таки. Там очень интересно, так что сегодня будем тоже снимать для вас. У нас есть немного времени, потому что сейчас сколько? Без 26, нам ехать туда 50 минут, 55 минут, да? Да. 55 минут, вот. И уже посмотрим, что поснимаем, если будет красивый закат, потому что облака, непонятно. Тучи, не знаем. Посмотрим. Взяли... Ну, дрона взяли с собой, попробуем заснять еще все на дрон. Может быть, новую заставку запишем. Ты-ты. Место есть, полно. Четверг. Это было правильное решение. Приехать в четверг. Круто. Ребята, мы приехали. Давай, Паш, ты все взял, да? Почти что. Давай, мы взяли с собой стулья, воду. Ой, а там еще это сумку-то не взял? Ну да. Возьми сумку-то. Окей. На, держи. Все, идем. Наконец-то! На улице так классно, жарко, да? Вообще офигенно. Сейчас супер. Мы как-то здесь пикник делали. Там, кстати, кто-то жарит чего-то. Ой, так шашлыка захотелось. Ребята, здесь вот площадка детская. Там душ. А я не знаю, что там, нельзя пройти, да? Открыто. То есть они поставили. Класс. Ребята.
песочек уже видно. А здесь обходить надо, да? Так, идем, идем. Ребята, да, это сказка. Класс, посмотрите. Такие у нас классные стульчики. Наконец-таки пригодились. Мы один раз, да, использовали, по-моему. Ну, может быть, два раза. Так, все. Здесь у нас стакан так, с водой. Они в гараже стояли. Видите, для стаканчиков такая штучка здесь есть. Упс. Все. Класс. Вообще супер. Ребята, смотрите. Песок, песок, песок. Класс. Мы сейчас пойдем искупаемся, потом уже будем снимать. Мы накупались, целый час купались. Паш, скажите ваши впечатления. Красота, впечатления супер. Глаза красные. Глаза красные. Меня еле-еле вытащило из воды. Вот теперь я хочу сказать, что мы сюда будем ездить. Ты мне чуть в ноздрю не засунула микрофон. Что мы сюда будем ездить чаще намного, не раз в 9 месяцев. И Паша сказал, что он опять полюбил Флориду. И больше никуда не уедет, и не захочет никогда уехать отсюда. Это очень важно для Марины, да, было слышать. И скоро будет закат. Через 15 минут. Мы готовы запускать дрона. Солнце почти село. У нас еще вон там фигуристы есть. Ну-ка, Марф, покажи. Давайте. Ну, поехали. И раз. Ребят, ну пока тут собирали дрон, солнце село. Это как так? Сейчас, но мы все равно запустим дрона. Запустим. Обязательно запустим. Вперед с песней. Ой, хотела свет включить. Все, ребят, мы готовы ехать домой. Да. Классно провели время. Вообще. Очень рада, что собрались наконец-то. Теперь решили ездить хотя бы два раза в месяц. Да. Все запомнили. Будем ездить два раза в месяц. Ну хотя бы один раз, Паш. Ну, возможно, да, один. Смотрим.
Кто у нас там лежит? Цезарь. Цезарь. У него утренняя нега. Да, Цезарь? Ой, как классно, скажи. Прям супер, да? Ты колбаса. Розмарин, как Паша говорит. Розмарин. Ребят, привет! Пришли мои посылки. У-у-у, классно! В общем, сначала заказала я одну, которая побольше. Потом не держалась, заказала еще одну. Паша так на меня смотрит, ты не знаешь, да? Я посмотрела, скидка еще есть. Кто не в курсе, я говорила в прошлом видео, то, что идет сейчас глобальная там распродажа до 60% на сайте iHerb. Так что успевайте заказать. Ну что, давайте раскроем коробочки и посмотрим, что у нас тут есть. Моя прелесть. Так, бумага. Посмотрите, вы просто посмотрите на эту красоту. Сколько баночек, столько всего. В общем, ребят, в этот раз, благодаря этой скидке, я заказала то, что очень давно хотела заказать. И практически ну, все было 50% скидка. Представляете, я просто очень довольна. Так, с чего начать? Не знаю, с чего начать. Ну, давайте вот с этого начнем. Это матирующая эссенция для сужения пор. Это все, по-моему, это корейская, да, это корейская косметика. И еще знаю, что он работает как праймер перед макияжем. А вот белая упаковка. Смотрите, ух ты, прям такой, как будто спрей. Странно очень, что белым, смотрите, белым все написано, я потом поближе вам покажу. То есть, если честно, трудно все прочитать, что здесь написано, но я почитала уже отзывы, почитала состав, очень классный состав, и многие хвалят эту сыворотку. Эти заказы полностью состоят из новых продуктов для меня, то есть я их никогда не пробовала, но давно хотела попробовать. То есть он основан на отзывах. На отзывах в интернете, в ютубе, в гугле, в общем, читала разные форумы и заказала эти продукты. Так, следующее у нас идет, почему-то оно открыто, просто, я думаю, наверное, открылось. Это тоже корейская фирма, MediHeal называется. Здесь вот такие три ампулы, на них была 50% скидка, то есть стоимость их была всего $5, вот насколько я помню, $5 они стоили. Такой вот типа шприц, смотрите. Я, если честно, ожидала, что будет размер намного меньше. А здесь прям достаточно такой большой объем. Это увлажняющая сыворотка с гиалуроновой кислотой. Посмотрим, насколько хватит. Но за $5, мне кажется, шикарно. Будем пробовать. Еще одна сыворотка. Здесь в составе есть и гиалуроновая кислота, и витамин С, и ретинол, и масло. В общем, какая-то такая супер мульти-сыворотка для лица. Он, кстати, сделан в Орландо. Представляете, у нас здесь во Флориде. То есть это американская фирма, не корейская. И называется он Insta Natural. Так, следующий продукт. Очень интересный, тоже давно хотела попробовать. Это такая вот пудра. Главная причина, почему я заказала, потому что она имеет в составе SPF 15. То есть у меня есть крема с SPF, у меня есть тональный крем с SPF. Но я хотела именно пудру, чтобы можно было в течение дня ее обновлять. Как вы знаете, солнцезащиту нужно обновлять каждые 2 часа. И я решила, что удобнее всего будет это делать, если она будет в качестве пудры. Там много различных оттенков. Я выбрала Golden Beige, то есть бежевый и золотой, 13 оттенок. Это довольно-таки популярный бренд, многие его любят. Я наконец-таки решилась попробовать, потому что на него была классная скидка на iHerb. По-моему, тоже 50, либо 40%. В общем, в магазине она стоит в Sephora где-то 30 с лишним долларов. А я эту заказала то ли за 17, то ли за $15. Я обязательно все ссылки на все средства оставлю в описании под видео. Так, ну а теперь у меня осталось здесь 4 средства. Это идет, можно сказать, одна серия из всеми известной фирмы Миша, корейская косметика. Посмотрите, какие баночки. Какая она огромная, ребята, посмотрите. Какая красота. Золото. Красный цвет, фиолетовый. Моя прелесть. Посмотрите. Здесь все на корейском, представляете? Вообще нет никакого перевода. Перевод можно, я так понимаю, ингредиенты, состав, как использовать. Все будет написано на сайте iHerb. То есть здесь вообще ничего не написано.
Я вообще, конечно, рада, что на iHerb стали продавать корейскую косметику. Раньше я почему не заказывала такой бренд, потому что можно было заказать только с корейских сайтов. Естественно, дороже, плюс там доставка, а теперь продает iHerb, и это очень удобно. Это стекло, кстати. Вот это вот пластик, а вот это вот стекло. Я вот теперь не могу вспомнить, какое из них что, потому что не написано ни единого слова на английском, ни на русском. Поэтому будем догадываться, что это тоник, либо какая-то эссенция для лица. Я хочу открыть, посмотреть. Ух, это все запечатано. Приятно пахнет. Очень интересно попробовать. Еще один продукт, неизвестно его название. Такая красивая упаковка, конечно, я не ожидала. Ребят, я, наверное, буду внизу подписывать видео, что это за продукт, потому что я вот, если честно, не помню. Скорее всего, какой-то крем. Ух ты! Какой интересный. Давайте попробуем. Сейчас и узнаем сразу, что это. А, ну это тоже какая-то сыворотка, да? Смотри. Я думаю, что, наверное, это сыворотка, а это, наверное, тоник для лица. Но он такой не жидкий, знаете, он такой... Наверное, эссенция какая-то. Вот, еще бы помнить, что я заказала. Вау. Посмотрите. Так, а здесь? Непонятно, что тоже. Что это? Тоже какая-то сыворотка. Так, ну это совсем другая, видите, погуще гель, я бы сказала. Ну и последнее в этой коробке у нас. Это я точно знаю, что это масло. Смотрите, какая красота. Просто вообще шикарная. 30 миллилитров. Тоже классный бомбический состав. Полбанки вылила, да, сразу? Пахнет что-то вот наподобие розы какой-то. Так, с этой коробочкой закончили, ничего нет. Осталась маленькая коробочка. Здесь всего два средства, но это уже будет другой бренд, тоже корейский бренд, Акоджи или Акоджи, не знаю точно. Здесь, кстати, написано на английском, наклеено. Это ночной крем, а это крем для глаз. Благодаря этой скидке возможность есть попробовать разные средства. О, смотрите, как классно, бонусом идет такой шпатель, или как это называется, лопаточка. Это очень хорошо, это продумано. Ух ты, это какой-то гриб. Упаковка гриб. Очень классно, что они позаботились, чтобы пальцем туда не лезть. Такая мощная крышка. Вау. Ух ты, смородина пахнет. Так, ну последний продукт давайте откроем. Банка, конечно, огромная, надолго хватит этого крема. И это крем для глаз. О, тоже, смотрите, здесь тоже позаботились, тоже лопаточка есть. Но я, если честно, в шоке, что такая огромная банка для глаз, крем для глаз. Обычно это вот такие вот. Хотя, видите, она вокруг здесь, это больше упаковка, но все равно это очень много. Ребята, это очень много крема для глаз. Его надолго хватит, я думаю, полгода как минимум. На этом мои покупки закончились, iHerb. Буду сегодня мазаться полностью. Паша завтра меня не узнает. Не забывайте использовать мой код, я его обязательно оставлю внизу. И также здесь напишу в углу где-нибудь видео, чтобы получить дополнительную скидку на ваш заказ с сайта iHerb.